Я никогда не забуду, как я нацеловалась с одним мальчиком в эпоху влюбленности, а 1 мая. Потом ходила 2 недели у зеркала и смотрела, растет ли живот. То есть как бы не вот ли, абсолютно. Да? Поэтому я в себе эту девственность, к счастью, берегла, потому что очень боялась мамы. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».